Даця хао. Здравствуйте. Вомен шан кхе. Мы начинаем урок. Ди у кхе. Чуэн ця фу. Пятый урок. Фото всей семьи. Тема сегодняшнего занятия – ця тхин шу. Семейное древо. Лен си льоу. Упражнение шестое. Соотнесите противоположные по смыслу слова. Запишите получившиеся пары в тетрадь. Скажите, что они обозначают. И первое слово. Да. Большой. Какое противоположное слово этому слову? Сяо. Маленький. Следующее слово. Хэй. Черный. Противоположное слово. Бай. Белый. Гау. Высокий. Противоположное слово. Ай. Низкий. Дж. Прямой. Дюэн. Волнистый. Чхан. Длинный. Дуан. Короткий. Пхан. Толстый. Шоу. Худой. Хэн хао. Очень хорошо. Лиэн си чи. Упражнение седьмое. Подберите каждому существительному все подходящие прилагательные и составьте словосочетание. Запишите их в тетрадь. Тхоуфа. Волосы. Какими могут быть волосы? Хэй тхоуфа. Темные волосы. Дуан тхоуфа. Короткие волосы. Дюэн тхоуфа. Волнистые волосы. Джи тхоуфа. Прямые волосы. Бай тхоуфа. Седые волосы. Хуан тхоуфа. Светлые волосы. Чхан тхоуфа. Длинные волосы. Следующее кэцзэ. Рост. Какой может быть рост? Кэцзэ гао. Высокий. Кэцзэ ай. Низкий. Следующее ардо. Уши. Какими могут быть уши? Да, ардо. Большие уши. Сяо ардо. Маленькие уши. Льен. Лицо. Можем сказать тальян, большое лицо, сяольян, маленькое лицо, панльян, такое
упитанное лицо. Шоу лен – худое лицо. Ендин – глаза. Из этих слов мы какие словосочетания можем составить? Да, ендин – большие глаза. Сяо ендин – маленькие глаза. Возможно, у кого-то хэй ендин – черные глаза, темные. Бидзе – нос. Као бидзе – высокий нос, такой длинный. Да, бидзе – большой нос. Сяо бидзе – маленький носик. Хэнхао, очень хорошо. Ленси па, упражнение восьмое. Скажите по образцу, используя данные слова. Образец. Ни мэй мэй, хэн кхэ ай. Твоя сестра очень милая. И первое. Та гэ гэ хэн гао. Ар. Второе. Ни тетя хэн схуми. Сан. Третье. Ни мэй мэй хэн пьяолян. С. Четвертое. О тхон шуэ хэн хао. У. Пятое. Сяо вэн дэ тоу фа. Лео, шестое. Лили де Янзин, Хэнда. Чи, седьмое. Мэй мэй де Тхоуфа, Хэн Чан. Ба, восьмое. Мама, Хэн Гао Син. Дьоу. Девятое. Чэгэ нюхай хэн кхэ ай. Ши. Десятое. Та гэзэ хэн ай. Хэн хао. Очень хорошо. Лиэн си дьоу. Упражнение девятое. Соедините части по смыслу. Прочитайте предложение. Скажите, что они обозначают. Лао-е, дедушка. Давайте найдем ему описание. Гэзэ бу гао, бай тоу фа. Хэй ендин. Дедушка невысокий, у него седые волосы и темные глаза. Пьяо тье, старшая двоюродная сестра. Какое ей описание подходит? Бяо тье, шэнг у нян ди, ёу цонг мин, ёу пьяо лян. Двоюродная сестра ходит в пятый класс. Она и умная, и красивая. Шушу, дядя. Гао гэцэ. Дуан тоу фа. Дядя высокий, и у него короткие волосы. Тан ди. Младший двоюродный брат.
上二年级，个子不高，很帅. Младший двоюродный брат ходит во второй класс. Он невысокий, очень красивый. Аи, тетя. Гэцзэ бу гао, чан тоу фа, хэн пяо лян. Тетя невысокая, у нее длинные волосы, очень красивая. Хэн хао, замечательно. Ленси ши сан, упражнение 13. Проект «Семейное дерево». Вспомните название по-китайски тех родственников, которые у вас есть. Подумайте, как можно описать ваших родственников по-китайски с помощью слов и словосочетаний, которые вы выучили. Найдите фотографии ваших родственников или нарисуйте их. Составьте из этих фотографий или рисунков семейное дерево. Можете воспользоваться образцом. Напишите под каждой фотографией описание родственника по-китайски. Подготовьте рассказ. Здесь может быть ваша фотография. У вас мама и папа. У мамы и папы есть свои родители. Это тоже ваши родственники. Дедушки, бабушки, тети и дяди. Хэн хао, очень хорошо. Сяся ни да чуи, омэн ся кэ, цай тян. Спасибо за ваше внимание. Мы заканчиваем урок. До свидания.